Казанский федеральный университет. Более 200 лет истории, более 50 тысяч студентов, более 10 тысяч преподавателей, 347 место в мировом рейтинге QS, 134 место в мировом рейтинге THA. В 2021 году в Казанском университете открылся Институт дизайна и пространственных искусств. Сегодня институт предлагает абитуриентам 7 направлений подготовки бакалавриата и 2 направления магистратуры. Приглашаем тебя стать частью нашей творческой семьи. Это прекрасная творческая профессия, от которой ты никогда не устанешь. Дизайн – это новые вызовы, практически ежедневные. Архитектор, дизайнер, искусствовед, скульптор, художник – это всегда профессия творческая. Если вы выбираете эту специальность, то готовьтесь много трудиться, потому что информации очень много практики надо уделять, времени пробовать. Каждый из наших студентов многопрофильный. Мы стараемся дать такие знания, полноценные знания, что он может применить себя в нескольких областях. То есть наше образование, оно многогранно. Практически навык – это какой-то продукт, это твое портфолио. Если у тебя есть готовый результат твоей работы, ты всегда можешь его показать, и любой работодатель или твой клиент уже будет видеть результат твоей работы. Это не будут какие-то пустые слова или теоретические знания, которые ты не можешь продемонстрировать. Мы сделали такой очень успешный старт и нисколько не собираемся сбавлять обороты, а наоборот только их повышать. У нас существует два направления. Первое направление – это профессиональное обучение, внутри которого также есть специальность. И второе направление – это дизайн. Внутри также сидят несколько специальностей. С этого года у нас открывается два новых направления. Это архитектурное пространство и дизайн среды. И второе – искусство архитектуры. В учебном плане упор будет сделан непосредственно на знакомство с типологией различных объектов, чем отличаются общественные объекты от живых, как и внешне, так и с точки зрения функционального насыщения. Институт дизайна пространственных искусств, преподаватели, аспиранты, молодые специалисты, сегодня активно практикующие архитекторы. Многие работают в своих мастерских, и этим, мне кажется, мы и интересны. То есть у нас есть взаимосвязь не только образовательного процесса, но еще и практического процесса. Мы являемся не просто теоретиками, но и практиками. Кроме того, в нашем составе огромное количество кандидатов архитектуры, что тоже говорит о высокой планке преподавательского состава. Также у нас есть профессора и доктора наук. Есть три направления работы университета главных, да, это образование, наука и воспитательная работа. А наша воспитательная работа, она идет вместе с наукой, с образованием. Мы все-таки участвуем в различных фестивалях по созданию арт-объектов. Да? Как раз-таки здесь уже возникают некие моменты прокачки определенных их навыков профессиональных. Вообще развитие Института дизайна и пространственных искусств очень связано на стремлении взаимодействовать с мировыми университетами, мировыми факультетами. Амбиции и планы у нашего института очень большие. Мы предлагаем студентов прямо с первого курса участвовать в научной работе. Мы уже привлекаем студентов к различным конкурсам. У нас идет разработка, проработка. И вторая возможность – это действительно прохождение стажировок. У нас очень много лабораторий в университете по разным направлениям. И студенты смогут попробовать себя везде, где только захотят. Студенты выбирают нашу профессию, замечательную профессию, которая всегда позволит им быть в тонусе. В хорошем смысле, в тонусе творческом, исходя из трех позиций. Это профессия, которая позволяет зарабатывать. Грубо, цинично, но это так. Вторая – это профессия, которая позволяет работать интересно. А что это значит? Всегда есть творчество. И всегда есть некая новизна, некая свежесть. Эта работа не надоедает при правильном отношении к ней. Можно транслировать свои идеи, свои мысли о том, как поменять мир к лучшему. Наши выпускники – это лицо нашего института, поэтому мы вкладываем сегодня очень много в их развитие, в их дальнейший успех. Показываем и рассказываем в нестандартной форме о том, что это за профессия дизайнера. Да? Мы все-таки нацелены на некий такой честный диалог с абитуриентом и в такой дружеской, неформальной обстановке с ним общаться и доносить до него наши идеалы, наши позиции, ну и честно ему об этом говорить. Нам очень важны успехи наших студентов. И ключевая наша цель, чтобы наши выпускники были успешны в жизни. Поэтому даем им те знания, которые приведут их вот к этому успеху.